Всем привет. Ребят, в Аргентине есть такой прикол. Ну, в маленьких городах. Короче, люди по выходным устраивают распродажи ненужных вещей. Я имею в виду одежды. Вот у нас мы тоже тут сегодня устроили. Например, резиновый дождевик такой офигенный. 200 пс поставили. Сверну. Любую одежду, короче, вывешиваешь. И мимо проезжающие люди, в Фейсбуке, в группе города сообщаешь, значит, и вот, например, все по 10, да, вот это вот какие-то вот старенькие туфельки, там, я не знаю, кеды, шмоточки. Вот это подороже, но это уже спрашивают. Вот так вот выкладываешь перед своим домом. И, короче, кто мимо едет, хлопает в ладоши. Вот это не нам хлопают, это другим. Спрашивают, смотрят, торгуются и покупают, если понравилось. Мы вот сейчас какие-то две кофточки продали, которые вообще как бы такие все плохенькие были. Пришла какая-то девушка, ей понравилось. Я закупила две. Но вещи похуже относят в больницу. Может быть, это здесь в Буэнос-Айресе продают, там в Сан-Луисе в больницу относили шмотки, а здесь вот так. В общем, некоторые даже берут на комиссию, и у них прям целые магазины, то есть они чуть ли не каждый день торгуют. 1 апреля, сегодня жарко, но зима, хотя вроде как осень. Такая вот информация. Всем пока. Ставим лайки.